Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня, ребята, мы посмотрим еще один домик, который мы построили. Вы тоже могли посмотреть, так как мы его, в принципе, строили. Сейчас, секундочку, вот что я где точнее, я забыл еще построить. Извиняюсь за это, но забыл. Вот так. Тут у нас еще можно... Где у нас? Вот тут. Так, поставить, уже ночь наступила, давайте включим день. Вот так, в принципе, ребята, вот такой у нас домик получился, давайте тоже его подробно рассмотрим. Вот такое тут дерево получилось, немного я его улучшил, чтобы оно не было слишком такое обычное, можно сказать. Вот так, например, тут еще можно как-то вот так, чтобы было вот такое дерево, как бы земли, ну, как бы... Понятно, что оно из земли растет, но чтобы много красивее было. Вот у нас тут почтовый ящик, да. Тут у нас, можно сказать, парковка для машины. Тут одноэтажный домик. Давайте зайдемте внутрь, посмотрим, что там дай-ка. Вход. Я еще раз, не еще раз, а просто-напросто скажу, что с оформлением я не старался. Не то, что не старался, я его просто-напросто вообще не делал. Вот что я по-быстрому вот сюда все накидал. Например, если зайти направо, тут в комнате... Все пусто, и в принципе я даже ничего не делал. Если вы, например, захотите построить вот такой дом, то вы сами можете сюда поставить все, что вам угодно. Если пойти налево, то тут небольшой такой каминчик, да, огорожен, чтобы не поджечь это все. Небольшой такой столик и книжный полк и светильничек. Тут больше ничего нету, тут, конечно, можно еще дофига чего-либо разместить, но больше сюда ничего не поставил. Там опять нет, не опять. Ночь просто стекла такие, да. Тут у нас небольшой такой коридорчик. Тут у нас вид на крышу, можно сказать. Есть такая небольшая, чтобы в небо посмотреть, да. И вот тут тоже вроде есть. Да. А, тут прихожая, можно и так сказать, да. Сундучки. Вот тут я тоже ничего не строил. Тоже, можно сказать, небольшой такой дом, да. Дом действительно небольшой, но место тут до хрена. Если так посмотреть, пойти направо, комната такая нормальная. Налево тоже комната большая, можно сказать. Вперед и налево, и тут тоже комната нереально большая. Направо вот тут ванная такая небольшая. Тоже я не очень ее строил. Просто-напросто вот так понакидывал, да, и все. Давайте пойдемте на задний двор. В принципе, на заднем дворе тоже нифига нет. Точно так же, как на переднем дворе. Наверху вот такая небольшая. Небольшое украшение, да, есть. И, в принципе, больше ничего нету, ребят. Вот такой простенький, можно сказать, домик получился. Ничего тут особенного нету. Если вам нравится, ребята, если вы хотите, чтобы мы его построили, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.